ты показалась. Поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Вентиляция. Дим Димыч! Дим Димыч! Иду! Симка, Шпуля, смотрите! Правда красиво? Ой, прелесть! Безделушка, какая в нем польза? Польза? Он к заколке подходит. Польза – это когда вещь нужная. Вот, как веревочная лестница. Прелесть! И куда ты по ней полезешь? А вот зеркальце – вещь полезная и красивая. Какая прелесть! Ой, у тебя, Шпуля, все прелесть. А зато такой штуки у вас точно нет. Ой, что это? Механическая рука. Наверное, спину чесать удобно. Зато у меня есть фотография Вектора с его подписью. Это какой Вектор? Это который самый смелый фиксик на свете? Да, и самый красивый. Может, это не он? Ну-ка, дай посмотрю. Не дам, запачкаешь. А это не он? Он. Нет. Да. А ну-ка. Куда? Ой. Сквозняк. Это ты во всем виновата. Сама виновата, нечего было хвастаться. Девочки, не ссорьтесь. Давайте искать. Если портрет фиксика найдут люди. Куда же он улетел? А что если... Правильно! Надуем мыльный пузырь и посмотрим, куда он полетит. Туда же и портрет улетел. А знаете, откуда берутся мыльные пузыри? На поверхности любой жидкости есть невидимая пленка. Тонкая, но прочная. Хотите ее обнаружить? Налейте в стакан до самого края обыкновенную воду. А теперь опустите в него монету. Только осторожно, ребром. Еще одну, еще, еще, еще. Видите? Вода не выливается, а поднимается горкой. Воду удерживает та самая пленочка, или, как говорят, сила поверхностного натяжения. Благодаря этой пленке вода собирается в капли. Она же помогает выдувать мыльные пузыри. Мыло в воду добавляют, чтобы пленка была более прочной. Но мыльные пузыри все равно лопаются. Ну вот, осталось надуть. Давайте вместе. И... Стойте, так не пойдет. Как я сразу не догадалась! Вы замечали на кухне или в ванной отверстие с решетками? Это вентиляция! Там за решеткой начинается длинная труба – воздуховод. По таким трубам из помещения удаляется несвежий воздух вместе с неприятными запахами. Старый воздух будет быстрее уходить в вентиляцию, если вы откроете окно на улицу и впустите в помещение свежий воздух. Проветривайте комнаты почаще. О, вижу, он там зацепился. Хватай, пока не улетел. А чем? Как чем? Забыли, что у меня есть? Ты-дыщ! Спасибо, Симка. Что?
бы мы делали без твоей механической руки? И без твоей лестницы. Я тебе ее подарю. Ой, спасибочки. А это тебе. Девочки, какая прелесть. Симка, ты здесь? О, а что это у тебя? Зеркальце. Правда красивое. Ну, девчонки, все одинаковые. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.